Технику для уборки улиц и автобусы предложили предприниматели из Белоруссии. Сегодня делегация встретилась с Анатолием Локтем. Товаропроизводители обсудили с мэром перспективы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Давние связи есть у ученых, работающих над проектами в одном направлении. Кроме ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров, которая в этом году работает на площади Ленина, предприниматели предложили детские автобусы и технику для коммунального хозяйства города. Также в эти дни делегация посетит предприятия нашего города. По итогам работы планируют подписать несколько соглашений о сотрудничестве. Уже предложения есть на сегодняшний день. Конкретные не будут, пожалуйста. Выбирайте. И я думаю, что будет принято решение такое, которое будет выгодно, ну, обеим сторонам. Ведь предлагать то, что невыгодно, некачественно, не в наших тоже целях.